Подмостки Фемиды в Печерском райсуде Киева. Сегодня разыгралось настоящее представление. Адвокат беглого президента Януковича устроил балаган, который смогла прекратить только полиция. О коктейлях Молотова в зале заседаний Богдан Вербицкий. Печерский райсуд столицы. 9 утра. В зале продолжают рассматривать ходатайство ГПУ о начале заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Януковича. Сегодня на повестке дня изучение материалов дела. Главный подозреваемый снова хочет попасть на телеэкраны, говорит его адвокат Виталий Сердюк, и просит разрешения на это у Печерского суда. Будем наполягать также на необходимости почути особистую думку, вимагає обеспечить публичность цієї справи. В Генпрокуратуре же хотят как можно скорее приступить к рассмотрению дела по сути. Сегодня мы, напевно, по часовому проміжку закончим дослідження відеодопиту Виктора Федоровича Януковича. По дальшому, если мы сегодня встигнем, напевно, будут заявлять свои клопотания захист, и, напевно, они будут долучать какие-то свои документы. Но вместо документов защита Януковича решила приобщить к делу довольно необычные материалы. Это запальная сумеш. Это погроза? Это сейчас узнаете. Ну, какие же это погрозы? Протягом всего процесса вы наголошували, что это засоби мирного протеста. Балаган в исполнении адвоката окончательно вывел из себя судью. Ваше честь, наполягаем. Ваше честь, наполягаем. Оголошується перерва, покликай милицию. Представление адвокат решил продолжить в канцелярии суда, но полиция, приехавшая на вызов, концерт оборвала. Рюкзак с реквизитом изъяли. Это имитация коктейля «Тутолия». Есть запах? Есть запах. Бензин. Выступление закончилось, и затянуть рассмотрение ходатайства получилось. Слушать дело продолжат в пятницу. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал «Интер».